В челнинской спортшколе «Дельфин» состоялось открытое первенство и чемпионат по синхронному плаванию. Соревнования собрали более 140 самых красивых и сильных спортсменов из многих городов России – Балакова, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и других. Съемочная группа программы «Челны-24» также не пропустила мероприятия такого масштаба. Челнинские синхронистки, которые входят в состав сборной республики, считаются одними из самых сильных не только в России, но и в мире. А чтобы результаты всегда оставались высокими, депутат городского совета Ильнур Исмагилов вручил им сертификат на 450 тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования. Я сам люблю плавание, да, то есть ежедневно порядка километра я плаваю на протяжении более 10 лет, да. В связи с этим решил поддержать и в дальнейшем также будем помогать, сотрудничать. Оборудование для синхронного плавания, оно представляет собой не только надводную часть музыкальной программы, но и подводную часть. Это очень важно, потому что когда спортсмены находятся под водой и слышат музыку, естественно, они лучше работают. А пока жюри, зрители, в том числе и Ильнур Исмагилов, могли оценить выступление участников чемпионата. Они показали свои лучшие номера. Конкуренция оказалась большая. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены со всей страны. В бассейне вода очень теплая, мне это понравилось. Было сложно, мы старались. Впечатления хорошие, результаты нам понравились. И соревнования нам очень понравились. Через две недели у синхронисток уже новые соревнования. Летняя спартакиада, которая пройдет в Саранске. Олеся Новаковская, Эльмира Гайнутдинова, Радик Ганеев, Челны-24.